Это Пол Бреннан. Мою дочь зовут Бет Бреннан, я вам звонил. Похоже, там давно уже никто не живет. Она бросила учебу с тех пор, как стала встречаться с Эдди. Ты его знаешь? Его все знают. Я по поводу девушки, с которой ты жил. Она моя дочь. Я насильно никого не держу. Я думал, это вопрос жизни и смерти. Так и есть. Для тебя. Это точно он. Он 20 лет в городе не показывался. Я кое-что натворил много лет назад. И я никогда не забуду ее взгляд. Если принц здесь, приведите его ко мне. Меня попытаются убить. И тебя убьют. Так что выслушай меня. И слушай внимательно. После ампутации люди чувствуют боль в конечности, которой уже нет. Я чувствую эту боль. Я вижу, как он смотрит на меня. Никто не пострадает? Мне нужны ртутные пули. Сколько нужно? А сколько есть? Джейсон Патрик. Брюс Уиллис. Я тебя не прощу. Бог прости. Джон Кьюсак. Ох уж эти детки. 50 Cent. Им все мало, мало, мало. Совсем больной. А как же моя жена и дочь?